Астрологи, работающие над совместимостью знаков зодиака, выявили злейших врагов для каждого представителя зодиакального круга. Эмоциональные антиподы или полные противоположности не уживаются друг с другом и каждый раз хотят чем-то насолить. Нас повсюду окружают завистливые, злые, высокомерные люди. Они все вокруг нас. Иногда это просто знакомые, а иногда коллеги, друзья и даже родственники. Думали ли вы когда-нибудь о том, какой знак зодиака является для вас злейшим врагом? Астрологи выявили закономерность, по которой сразу понятно, от кого следует держаться подальше и по возможности даже не заводить разговор. Овен, представители этого знака просто ненавидят занудных людей. Овен по гороскопу полон энергии и жизнерадостности. Этот знак зодиака не может наладить общение с вялыми, пассивными и ленивыми людьми. Из-за этого овны постоянно ругаются с близнецами. Их враждебность основана на депрессии. Склонности близнецов. Тельцы – очень серьезные, бескомпромиссные и ответственные личности, которые, на удивление, терпеть не могут подобных им людей. Тельцам нравится в людях отзывчивость, доброжелательность и способность поддержать. Такой знак зодиака на дух не переносит козерогов. Все потому, что у них на первом месте деньги, а алчность и жадность затмевают их глаза, заставляя идти по головам. Близнецы – жизнерадостные, беспокойные и суетливые люди, за счет чего легко могут впасть в депрессивное состояние. Представители этого знака стараются избегать унылых людей. Типичным близнецам очень тяжело ужиться со скучными и иногда даже мрачными рыбами. Раки – чрезмерно невозмутимые и порой отрешенные люди. Им по душе тихое времяпровождение и монотонный ритм жизни. Они никуда не спешат. Для них враг номер один – скорпионы. Суетливые, живые, полные драмы. Раки не любят чересчур активных личностей. Львы полны уверенности в себе. Они вольные, отважные и храбрые люди и на дух не переносят таких же, как они. Их главным врагом является Дева, такая же самоуверенная и высокомерная. Но Лев считает, что существует лишь один царь, и это он сам. У Дев всегда все должно быть по своим местам. Это касается всего. Больше всего они боятся хаоса, как в вещах, так и в мыслях. Этот знак зодиака старается избегать любого беспорядка, чтобы не оказаться на грани нервного срыва, депрессии или вообще душевного расстройства. Поэтому Дева больше всего ненавидит водолеев, которые сеют повсюду бардак и суматоху. Весы излучают безмятежность и гармонию. Они добродушные и миролюбивые личности. Представители этого знака не переносят тех, кто пытается командовать ими, а больше всего они ненавидят, когда на них кричат. Именно поэтому весы не дружат со овнами. Овен – очень властный и импульсивный знак, который своим напором напоминает танк, а весы этого не переносят. Скорпион. До поры до времени этот знак зодиака кажется очень тихим и спокойным. Но на самом деле его представители – беспощадные, мстительные и коварные персоны. Скорпионы ненавидят мечтателей и водолеев. Они для них нелепые, скучные и вообще не от мира сего. Скорпион никогда не станет дружить с водолеем, и точка. Стрельцы полны уверенности, энергии и бодрости. Эти люди возглавляют список самых успешных личностей. Стрельцы – безобидные враги. Они не могут долго злиться на тех, кто их обижает. В личной жизни у них всегда все складывается лучшим образом, и на работе их поджидает успех. Вообще, стрельцы среди зодиакального круга довольно уважаемая персона, и врагов как таковых у них нет. Козероги неутомимы и почти никогда не чувствуют усталости. Они никогда не стоят на одном месте, всегда идут только вперед. И поэтому ненавидят занудливых людей, которые не любят активную жизнь и предпочитают сидеть дома. Враг для козерога – рак. Водолеям свойственно непостоянство. Они очень любопытны, любят познавать все новое. Они ненавидят людей старой закалки, которые привыкли ко всему старому и придерживаются строго консерватизма. Водолей начинает паниковать, когда у кого-то все четко запланировано. Врагом номер один для водолея является телец. Рыбы – это чересчур ранимый, спокойный и, самое главное, творческий знак зодиака. Они на дух не переносят непоседливых, шумных и полных бодрости стрельцов. Рыбы, глядя на стрельцов, немного завидуют, ведь им тяжело познакомиться с новым человеком, они боятся, что нарушат свой тихий, уютный мирок. Как оказалось, враждебные чувства – это астрологическое поле боя. Чтобы не страдать от гнета зависти, злости и недоброжелателей, избегайте своих зодиакальных врагов. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеемся, что вы нашли для себя то, что искали. Подписывайтесь на свежие гороскопы и делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пусть все ваши мечты сбываются.